объемные цветы на сетке. С одной кромки идут лейсы более большие и прям густо посажены цветы. К другой стороне становятся цветы реже и мельче. Вот таким образом. Ткань отрезаем кратно 30 сантиметров. Вот мы стараемся захватить. Вот таким образом идет. Каждый цветочек он попадает в 30 сантиметров. Вот так режется. 30 сантиметров. А вы знаете, каждый цветочек можно покрасить любым цветом. Прекрасно красится. Мы видели уже в готовых изделиях. Выглядит шикарно. Еще здесь между цветочками проблескивают пайетки. Они не белые, прозрачные. И за счет этого у них какой-то блеск такой есть.